Народ, привет! Привет! Вышли мы только что из метро Дейра Сити Центр, и прямо перед нами этот Сити Центр и есть. Думали, что очень долго будем идти. А что произошло? Я заказала себе пару футболочек в моем любимом магазине Brand for Less. И поскольку мы в Дубае, чтобы не платить за заставку, указала магазин. Сейчас пойдем, посмотрим футболочки, посмотрим магазинчик Brand for Less, где вы можете найти бренды за копеечки. И покажем вам Дейра Сити Центр Мол. Да. Вот, вперед! Вперед. Вот он, прям возле метро. А на карте Google было идти пару минут. Вот метро, а вот магазин, точнее мол. Ну такой приличненький. Смотрите, кстати, очень много людей выходит, очень много людей заходит. Ну вперед. Надели масочки на всякий пожарный. И идем. Даже прямо интересно, что за мол такой. Кстати, я не знаю, где магазин. Наверное, он на каком-то втором этаже. Не платить за доставку, ты сказала. Сколько доставка стоит? Доставка бы стоила 14 дирхам. Ага. А вы заплатили за проезд 10, да? Да. Ну, дешевле, сэкономили 4 дирхамчика, да? Блин, ну надо экономить. Ну, мы ж просто как бы вышли прогуляться еще. Как обычно. Да, Мумуса показывала эти магазинчики прикольные, корейско-японские. Вот, Fitness First, Fitness Center. Что еще хочу сказать, что у меня уже есть пару видео про Brand for Less. И в Эль-Айне, и в Абу-Даби. И мы уже в Дубае попали в Brand for Less, просто посмотрели и в фестиваль моли, да, и в Марина моли. Скажем так, фестиваль моли какие-то, как в Абу-Даби, такие грязноватые вещи, реально как секонд. Такие бренды, такие очень потертые. А более новые вещи, хорошие в Марина моли. В общем, кому нужны бренды и классные подарки, мы вам очень рекомендуем. Так, мы на втором этаже. Классно ты разрекламировала. Потертые, грязные, рекомендую. Круто. Это я выжимку чувствую. Не, ну реально, начинаешь трогать вещь такую белую, она уже серая просто. Не знаю. Да, стирать нужно. Так. Сейчас, подождите. Ну такой маловастенький, мол, да, вот эскалатор, Dunkin' Donuts. Какая-то электроника. Ну пошли вперед, посмотрим, что это. Ой, смотрите, красиво. Ух ты. А, тигр сахар. А ну, Тигрёна, привет. Прикольная кафешка. Какие люди торты несут. Ёлки-палки, наверное, бёздник у кого-то. Так, ага, ну тут просто, мол, такой прямо идешь. Мне кажется, он здоровый. Нет разветвлений, да? Ну, я тоже предполагала, что он здоровый. То есть слева-справа начинаются соки, мобилки, телефоны, всякие магазины рюкзаков. Да, школьные принадлежности. GNS, это добавки спортивные. Бодибилдеры, вам сюда, ребята. Обмен валют закрыт пока. Даже странно. Не время. Не время пока, да. Все думают курс. Что там, кафетерии. О, это прикольные, по-моему, путешественные чемоданчики всякие. Да, я помню, что на втором этаже магазин. Мы на второй же поднялись на эскалатор. Ну-ка я приближу. Это первый этаж? Мы были на граунд. Hello, hello. Мальчик сидит, кофеек продает, да? А может и не кофеек. Так, чуть только что не пошла там по ступенькам вниз. Это было бы прикольно. О, R&B, классный магазин с вещами. Нет, не красный. Чего? У них плохие вещи. Плохие вещи, а? Не все. Ну, довольно-таки неплохой шерпотребчик, я помню, был с футболочками. Сумочку для еды, да, мы в аэропорт летели, были в аэропорту Дубай, классные вещи, реально. Да. Так, ну, что-то мы на раздорожье. Он здоровый, слушай. Да, все, он здоровый, беру свои слова обратно, я радуюсь, что он здоровый. И что-то я не понимаю, куда нам идти. Опять одни и те же магазины. Идем туда. Так, ладно. Все. И я хочу найти Brand for Less. Но обычно он в уголку в каком-то. Мы так и не искали его в молах, просто напарывались на него постоянно. О, золотишко. Это у нас что? Свиста. Я просто, наверное, быстро иду. American Eagle. О, Sandan Sport. Тоже хороший магазин, мне нравится. Да, может туда будет зайти, попасть обязательно. Хотя что мне надо? Мне надо пару футболочек интересных.
Магазин, ой, магазин, полка, фэшка очень прикольная, с вкусными пирожными такими. Но недаром здесь столько людей сидит. Видите, какие здесь есть классные пирожные. Очень рекомендуем, кстати, очень вкусное кафе. Здесь все свежее, и здесь просто пирожные, пальчики оближешь. Смотрите, какие есть тарталеточки. Наверное, даже если вы хотите похудеть, вам это удастся с кафе Пол. Смотрите, какие прикольчики здесь есть новогодние. Вообще класс. Вкусняшки такие. И сзади какой-то вот тортик мне напоминает, который такой желтенький, Наполеон. И вот такие огромные торты, если у вас день рождения. Так прикольно взять на работу, порезать, и будет очень-очень красиво. Ух ты, смотрите, смотрите, просто... Сейчас покажем, что мы еще заказали. Капучино стоит здесь 21 дирхам. Мы заказали. Такие штучки есть прикольные. Класс. О, это, наверное, нам мальчик будет нести сейчас. Вот, сейчас еще вам все покажу уже. Есть такие совсем недорогие булочки. 10 дирхам – это вообще фигня. Да, и 3-4 дирхама – это доллар. Дальше уже такие хлебушки есть. Большой хлебушек, кстати, смотрите, за 8 прям такая, как, да, палочка прикольная. За 9 дирхам. Ну, вот такие макарони вкусные. Сейчас покажем, что мы взяли, и попробуем, вкусно ли это. Я думаю, вкусно. Вот это такая кафешка Пол, вот она называется Пол. Очень популярная, много местных здесь сидит. И много всяких иностранцев. Сейчас просто начало утра в Дубае. И мы идем пить свой кофеек утром. Вот нам уже принесли, смотри. Так, это стоило 18, мой эклерчик, а это 24. Это вкусный чизкейк клубничный. Ты можешь отколупнуть кусочек? Отколупнуть? Да, отколупнуть кусочек. Что за мания? Конечно. Конечно. И мой даже можешь попробовать. Ну, просто чизкейк всегда беспроигрышный вариант. Бимба, да, вкусненько. А вот такая вот штучечка. Такой, знаешь, сливочно, как масло. Ну, вкусный, легкий. Класс. Да, он легкий, но похоже как масло. Хорошее такое масло, но я не знаю, как это сочетается. Очень вкусно. Excuse. Oh, thank you. Ну, такая вот приятная женщина принесла. Еще с какой-то фигнюшечкой. Thank you. Ух ты, какой-то такой пындык, печенька, сухаричек. Ой, у тебя свинка. У меня свинка. Ух ты, у меня свинка. Это тебе за фигнюшечку. А у меня мишка. А у меня мишка. По-моему, это один тот же мишка. То есть я похожа на свинку, Наташа на мишку. Ну, видишь, она запомнила, что мне надо сыпать. Ну все, будем уже пробовать все вкусности. Приятного вам всем аппетита. Подписывайтесь. Думала, что включимся возле Brand for Less. Нет, смотрите, какие штучки классные. Елочки висят. Вот это вообще класс устроили. Ну, молодцы. Интересно, да? Во всех молах что-то такое связанное с елкой обязательно. Ну, в общем, ощущение праздника меня не покидает. Ну, распродаж, правда, маловато, честно. Вот ходим в Дубай зимой по молам. Скоро будет. Ну да, как бы должно быть. Ну, не знаю, не всегда бывает под Новый год и после распродажи. Что ж, он Sephora есть, всякие косметика, Кико всякие, да? Ой, красиво, посмотри, вот там вот еще что-то, не елка, а вон шарик какой-то. А в шарике кто? Да, люди, наверное. Люди? Людей посадили в шарик? Кто провинился. А ну сейчас посмотрим. А ну что там за шарик такой? Там перекрёсток. Подожди, ой, извини, так стало. Чуть не сбила Наташу. Непонятно, что это. А ну, с того этажа будет видно. Да, с того этажа будет видно. Виктория Секрет. Там эскалатор будет. Симпатичные всякие такие трикошечки для женщин. Трикошечки? Трикошечки? О, елки-палки. Нет, народ, он большой. Да, он... Точно не больше Дубая Мола? Так, подожди, где эта штука? Подожди, вот я хотела. Кстати, вон магазин Пума меня уже интересует. Там человек, ой, он движется, там человечек. Если при... Нет, мы должны подняться и там увидеть. Ну давай, сейчас, давай.
Вайкики, о, это все. Мы сегодня здесь потерялись и застряли. Как раз я туда не хочу Вайкики. Не хочешь же Вайкики, уже купила себе все вот эти. А зачем, там распродаж. Ладно, сейчас поднимаемся на этаж и посмотрим. Не поднялись мы пока, прошли прямо. Смотрите, как красиво все оформлено. Дейса, Центерпоинт, который есть и в Дубай Молл. Арабиан Ут. Мы там снимали когда-то наше первое, наверное, видео. Ароматы, распаковка. Аль-Хараман. То есть там, наверное, скорее всего, все арабские ароматы. Он красиво сделан. Так что, Наташ, пойдем вверх. Пингвинчик, привет! Пингвинчик! Он нам машет. Главное мне не убиться сейчас, когда буду со ступени. Я поняла, что я опять это кричала. Рассказывай. Что? Я же не снимала. Мне понравилось, как охранник. Он со сознанием дела всем рассказывает. Я не знаю. А, он даже не говорит, я не знаю, где. Он говорит так. Идете прямо и налево, и там центр покупателей, информация. Вот там спрашиваете, что вам нужно. Я говорю, то есть вы не знаете, где магазин? Нет, я не знаю. Вы идете прямо и налево. И он так уверен, и вот прям такая, не понравилось. Да? Сейчас, и подожди, да, я покажу теперь с этого. Не стол информации. Вот, арабские ароматы, Центерпоинт, теперь уже сверху. Ну, знаете, гулять здесь одно удовольствие тоже. Ну, нет в Дубае плохих, неинтересных моллов. Ну, нет. Идем. Мне кажется, он замерз, может быть. Я только думала, что он там чувствует себя плохо. По-моему, знаешь, очень хорошо себя чувствует. В этих... Либо он немножко жару там поддал. Привет, пингвин, привет, мы тебе машем. Пингвин подумал, какие бабы странные. Как они меня достали уже. В этих, как его, игрушках очень хорошо дурачиться, да? Да. Всю придурь твою видно. Так, ну все, идем. Идем еще. Вон бренд Фолес, я уже его вижу. Да, видишь, на втором этаже, но почему-то я не посчитала этаж граунд. Вот всегда у меня так. Так я же тебе говорю, то был граунд и земля, а это первый. Вот сейчас и просто. Ты сказал второй. Ну да. Ага, вот смотрите, елочка висячая, красивая. Висячая, что такое висячая? Она прицеплена, она висит. Все, вот он магазин, бренды за копейки. Опять-таки есть очень потертые бренды, а есть очень классные. Держи. Да, буду снимать. Передаю тебе палочку, ручалочку. Сейчас пойду. Будем мои футболки забирать. Так, вот название бренд Фолес. Деньги за малые. Ну, я плохо показала, но желтые большие цвета. Большие цвета, желтые буквы. А, она с другой стороны, да, обойти. Идемте. Бренды за копейки. Будем давай, очередь стоять? Отключаемся пока. Постоим очередь. Ну что? Знаю, показывается месочку. Чем-то номер переписывают, не знаю. Где и что у нас здесь. When did you receive the message, ma'am? Today? You must come today. Today, I receive message today and it must come today. Your name, ma'am. А? Your name. Name. Имя. Olga. Девушка спрашивает имя. Еще не поняла, что от меня хотели. Это кто английский знает? Я, походу, не знаю. Да, она как-то странно говорила имя. Кстати, покажу сейчас. С Микки Маус? Классный. Покажи Микки Маус. Теплые какие. А-а-а. Ты понял, Микки? Не знаю. Кто их не взял? Чибо, кстати, производит. Не Disney, Чибо. Поэтому вины не взяли. 29 дирхам. Почему это? А Disney чего он должен производить? Он только денежки берет за, за использование Микки Мауса в своих целях. Не знаю, сейчас месседж пришел сегодня. Ждали, подождали. Сегодня, что он уже есть. Забрать до такого-то числа. А? Окей. Подождем здесь. Подождали. Сейчас я будет смешно, если не приехала, да? Нет, ну смс-ка пришла, значит приехала. Все принесли нам, все, да? Все принесли. Смотрите, как он выглядит. Вот, если вы заказываете в отель, вам будет такой вот кулечек.
с вашим адресом, с вашими данными. Вот. Спасибо, спасибо, что сказала, что там данные есть. Я как раз, а я как раз начала показывать. Пойдем мерить, да? Хорошо. Где примерочная? Так, вон, я вижу, вон она. Дальше. Да, прямо и левее. Ой, смотрите, какие игрушечки. Кстати, классные игрушки, если есть чем занять детей. А сколько для малышей? 6 месяцев плюс. 12 Как ты в эту камеру что-то видишь? Я вообще не понимаю. А теперь ты понимаешь, как я снимаю. Как тяжело. Я реально. Привет. А что здесь? Ага. Единорожек. Все, идем. Идем? Кроссовки, кстати, я тоже хотела посмотреть. Смотри, Адидас, симпатичные Адики, да? Помнишь, как я показывала лимонные желтые кроссовки? Я хотела их померить. Сейчас, подожди, показываю пока другие кроссовки. Я пока посмотрю. 99, хорошая цена, 99, но это размерчик. Пума. Слушай, я сейчас теперь тоже попытаюсь увидеть. 119. 119. Как ты это видишь? С ума сойти. Да, 119. Кстати, кроссовок очень много, я бы хотела себе купить что-то до 100 дирхам. Вот такие мне уже нравятся средки. Ну, прикольные, но я в них не буду, конечно, вести уроки, ну походить. Вот, ой, а вот эти серенькие, смотри, с какой подошвой красиво. Кто это? Красивые. Адидасики. Ну видно, что. Ой, зеленый. Размер меньше. Это, наверное, твой размер, Анташ. 89 вообще, ну, фигня. Может, ну классные кроссовки, ладно, давай так покажем еще. Ой, еще они балансы белоснежные. Подожди, вот эти, посмотри, какие. Это же специальные для. Сколько для они легкоатлетов? Я нашла. Я не вижу цену. Где ты не видишь цену? Вот же она, 169. 169. Ого. И вот, смотри, 169 тоже адики. Помнишь, что это такое, для чего это? Это, смотри, шиповочки, это ты бегаешь по легкой атлетике. Это очень... Сколько стоит? Это очень круто. Они очень легкие, 169. Дай. Очень классно вообще. Класс. Это чтобы рекорды бить. А ходить в таком нельзя, нет? По улице? Скользить. Это за 69, ребята, Adidas. Это адик? Не знаю. Adidas, а как они держатся? Вот что это такая за штучка? Что это такое? Затягивается. Затягивается. Отпускается, затягивается. Ну классно, нет, красота. А вот это что такое розовенькое? За 119 и Adidas. Я тебе скажу, что мы здесь застрянем еще после примерки футболок. А я что? Здесь вот покажи просто вещи. Я не знаю, мне почему-то. Просто он вот чистенький. Мы смотрели фестиваль моли, просто все вещи. Это что мы сейчас смотрим? Это что-то спортивное, да? Шортики какие-то или юбки? Шортишки, трикошки такое, это женский отдел. А ну идем прямо. Для спорта. Впервые я вижу, есть скалолазная обувь. А я вчера, кстати, увидела. Не знаю фирму, 79, не впервые в Эмиратах. 79 дирхам, 510 фирма, да. Но есть скалолазная обувь. Представляете, а скальники даже есть, да. Ну, скалы-то есть, только... Но, кстати, вот симпатичная кенгурушка. Я бы такую померила. 59, хорошая цена, кстати. 59, это нормасик, так посмотрим, да, это иду. Уже кроссовок потерял. Ну, хорошо. Хорошие. Мне нравится. А еще я тут заметила скетчерс. Подожди, сейчас гляну. А, вот такой, ну... Ну да, не, вот он блеклый немножко, да? 49, но не мой вариант. Вот. Ну, мы так показали вам вещи такие, как бы вещи спортивные. Идем какие-то другие покажем, потому что спортивные показывают. Вот, спорта тут просто... Знаете, что очень удобно? Просто есть, смотрите, размеры. Да-да-да. L, XL. Я всегда дальше вот идет. Элька, эска, эмка. То есть, в принципе, все за вас продумано какое-то и придумано, да. Ой, что это? Вообще косметичка класс, такие такая? Такие яркие. Это косметичка. Но смотри, я не вижу. Нет, вижу цену. Уже здесь есть цена. И тоже не написано. Блин, что это такое? Портофино. Портофино это где, в Италии? Я думаю, что да. Что там? Ой, кармашек дополнительный. Блин, а это что такое? Роко Барококо написано. А нету сумки. Это что? Это давай рюкзачок, да? Теперь, не. Я хотела, знаешь, сумку как пляжную, если бы еще побольше, с такими разными. Красиво. А сколько стоит, ты посмотри? Я не могу найти цену здесь, кстати. Поняла. Блин, ну сумки вообще такие, ну красивые, такие яркие. Знаете, вот ты уже в Италии. Вот большие сумочки Urban есть. Кстати, эта фирма, я их встречаю. Вот, допустим, такая сумочка 26 дирхам. Или 25 дирхам. Слушай, я боюсь спросить, что зеленая это... мне нравится. Что? Что это такое? Ой, посмотри, оно клеится. Это чтобы белье не одевать.
Это в Эмиратах так такое поняла. Продается? А что такого? Здесь не люди живут, 29 гектаров. Ну, в Дубае, возможно, в Иляне я бы удивилась. Слушай, ладно, тут ладно. Уже все разорвано. А, уже все посмотрено, все видимо, попользовались уже. Так, купальники есть. Можно вечно смотреть, как мужчина выбирает купальник, кстати. Интересно. Интересно, как он размер смотрит? Что? Ничего. Я залюбовалась, как мужчина делает покупки для, надеюсь, любимой женщины. Она тоже говорит, он для себя смотрит. Чего ты смеешься? Я сказала глупо. Для своей любимой женщины. Конечно, я так и сказала, я уверена. Так, шарфики, кстати, шарфы, шапочки тоже есть, потому что в Дубае вечерами прохладно, кстати. Что это? Всякие кофтицы. Вот и какие мы бренды здесь видели, такие бренды-бренды? Только Ralph Lauren и Calvin Klein такие бренды-бренды, да? Наверное. А есть магазин еще в Львах да Мол, по-моему, еще там действительно были бренды. Помнишь, в Абу-Даби там были бренды. Оставлю все видео по ссылочке в описании. Ну, такая вот. Ну, все, идем, наверное, мерить, да? Давай. Так, магазинчик вам по чуть-чуть показали. Давайте я сейчас отдалю еще, чтобы вы просто увидели, что он просто удобный, огромный. И повторюсь, в отличие от одного мола, где мы видели в Дубае фестиваль мол, ну, вещи такие чистые. Ну, там реально были замацанные, замызганные, не знаю, как секонд был похож. И такой же был в Марина Мол, по-моему, где-то, или в Львах да Мол, покажу обязательно ссылочку. Все, заходим, меряем мои футболки. Народ, такие раздевалки, вообще ничего нет. Вот, от слова нифига, реально нифига нет. Вот, смотрите, где стоит мой рюкзак. Как вообще мне... Да, неудобно. Как я должна себя чувствовать, как покупатель? Ну ты же бренд Лес покупаешь. Вот Лес и чувствуешь. Ну, по крайней мере, в Ильяне были... Давай, ждем. Были всякие... Приспособление, да? Да, приспособление. Ну, пуфик был, да, кстати, а здесь нет. Ну, сэкономили, наверное. А оно в соседней, может, есть. Да нет, даже смотрела. Ага, нет. Ну, так, давай, покажу. Куда даже? Распаковываю. О, смотрите, футболочка Reebok за 20, а это 21. Ну, какая класс. Это было 69. Я ждала, пока она будет на распродаже, народ. И у меня сейчас какие-то бонусы. Короче, за все две футболки 25 дирхам. А самый прикол, с меня денег не взяли. Я платила с карточки, что-то вроде как платеж пароль спросил, но он не сработал. С карточки деньги не сняли, я проверила. То есть бесплатный подарок. На день рождения мне. Спасибо. Я тебя поздравляю. Да, вот так вот. Так, ну что, поделим. Давай я сейчас распечатываю и выхожу, как модель показываю. Вот, народ, смотрите, первая футболка Reebok. Как мне? Давай. Ну, не в обтяжку. Ну, классно вообще. Даже если в обтяжечку, посмотрите, как она вообще. Она темно-синяя, да? Да, темно-синяя. Кстати, если вам что-то не подошло, вы можете поменять, но вам деньги положат не на карточку, а на этот счет Brand for Less. То есть, еще будете покупать, эти деньги вы используете. Ну, мне нравится вообще. Я ж такую брала, я не хорошая. Брала. А ну, повернись. По плечам отлично. Слушай, да. За бесплатно вообще топчик. Да. Кто ж ее отдаст теперь? Так, ну и вот футболочка. Это не футболочка, как да, раз. Да, это с длинным рукавом. Боже, какая она яркая. Это фирма Marshall и Frank. Фирма. Теперь смотрите. Ух ты. Класс, вообще, слушай. Ну, я ближе, была ближе, XXS, ближе. А я выбрала XS. Ну нормально. А XXS совсем... это что, еще это ближе? Это вообще, да, в облачку. Ну, отлично. Ребята, вот это вот она стоила 69, я ее поставила в программе в моей в лист ожидания. Видео 21 стоит, давай заказывать. Давай заказывать еще на магазин, оно ближе за доставку не платить. Народ, бесплатно? Получилось две футболки бесплатно, бренд Фалес. А я что это за ткань? А ткань такая какая-то, я не помню, какая вот мятая, мягкая, даже не пойму, что за ткань. Ну, хлопок похож. Такой что свитерок есть. Обалденный, народ. Поздравляю. Поздравляю. Все, кто поздравляет, пишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо, народ.